Всем привет, с вами Сноуденчик, и сегодня мы записываем NFS Carbon on the City и продолжаем попутно проходить. А чё? Чё у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть районов осталось захватить. А, нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь районов осталось захватить, прикинь. А. Ну, удачи, не сказать. Вон там скандал, простите. Я просто возьму за эту игру. Слушай, гонка третья. Да, игруха прикольная. Как я бы сказал. Необычная. Потому что тут локация с NFS Most Wanted стырена кое-какая. Точнее, карта. Oh. Да не стырена тут нихера, тут просто переделано. Это мутант Рокпорт, я бы сказал. Или там... Есть же где это, как его... Эти... Я уже не помню, как называется там круг, ну, заворот вот этот вот. Не заворачивать. Там чем-то схожи с мостой. Ну тут карта почти с мостой схожа. Я бы сказал. Это спринт, что ли, был? Охрененный спринт. Нормальный спринт. Потом столкнулся, в итоге ничего этого хаоса не вышло. А я сейчас на ТТ-хе рассекаю. Я на джипе на каком-то безымянном. Ну, Бернаут, выдуманные тачки. Да. Как в GTA, так и в Бернаут. И в Midnight Club, и толстый скрывает-то. А, кстати, там... В GTA Vice City там есть что-то вроде похожее на этот, как у... На Lamborghini Diablo, например. Или Concept. Вот похожее. А не сама Diablo. Тачки все уже много. Тачек похожих на реальные есть. Там еще на Бэху есть похожие в Vice City. Прикинь, там на Бэху есть тачка похожая в Vice City. Реально говорю, на Бэху там похоже почти. Тоже есть гибрид перед от Бэхи за Мерседес. Перед от Бэ... Да. Походу идей не было, они перед от Бэхи, а зад от Мерседеса поставили. Ну я вот почти что-то... Всё, вот я окончательно разбился. Что хрень, я тоже снимка движка нет, походу я вообще движок разбил. А Бернаут Легендс делали Критериан или нет? Да-да, походу да. А чё, у Критерия нету, что ли, лицензии, что ли, чтобы тачки лицензионные были? Да ты его знает. Походу не было лицухи. Но почему-то в Hot Pursuit у них лицуха появилась. Ну там лицуха Яраста. А, у Ярастов же лицуха, да? А. На тачке. Это там Ярас летит роли, да, мне так кажется. Потому что Критериан сам, сами бы Критериан ни хера бы не сделали, не бы выдуманные тачки сделали. А. Выдуманными ими, самими разработчиками. Да. Даже можно спустить меня сбыл, что движка или сука. Капец.
Где у моей машины движок? Движок? Тебе движок не слыхать, что ли? Перезапустить гонку. Звук движка пропал. Да, я тачку так самое, что звук движка испарился. Как коробка переключается улично, а звук двигала не слыхать. Это вообще баг. Это баг. Это не баг, ты движок раздолбал, походу. Раздолбал? Я тачку сломал, ход движок раздолбал себе. А что там повреждения есть? Движка едет, вот что вопрос. Повреждения есть, что ли? Да, Burnout тут хочет. Burnout всегда были. Да, помню. Я только в нее не играл в Burnout. Ни на компе, ни на эмуляторе. Кстати, Burnout... А, ну, считай, я компе. Бухарёв, принеси, я врезаюсь. Кстати, Burnout что-то еще есть на компе, что ли? Продать что? А какого он года, я только не знаю. 9-го. Девятого. А 9-го. А, 9-го же вышел в Shift, по-моему. Если меня память не этот, Shift вышел. В начале 9-го. Не, в 9-м Shift вышел, да? Да. Кстати, PSP-шный Shift тоже нифиговый. Я еще не тестировал, только видос смотрел. PSP-шный Shift. Я тоже сказал, что на андроиде в него не поиграть, он там... Это сам, сдулся, не работает. Shift-яра? А? Shift-яра сдулся на андроиде? Да, он запускается на андроиде. Походу, они сами его захоронили, я раз-то, блин, придурки. Охот пусует, андроидский работает, кстати. Сами виноваты, что шифтяра не работает теперь. Сами, блин, взяли его и сдули. А, вредался опять. Или или этот сдулся, типа, как... Прямо... Ну да, мог как Real Racing 2. Сдуться? А? Да. В Real Racing 2 уже тоже не поиграть и в Shift-яру, да? Зато они его продают. Ну, Real Racing 2 продают, конечно. Не работает. Продавать нерабочую игру, я раз ты с придурки. Угу. Да, может, просто так говорится, на лоха надеются, кто купит, и потом он у него не заработает. Пусть ему такие в комментах там и пишут, понимаете. Пишут, что я раз ты вы чё, верните мои деньги, типа я купил игру, да? Я пофигу, они уже бабки собрали, им же пофигу. Ну короче, капец. Пропитано, походу, на лошков, кто и купит неработающую игру. Они ж не знают, что она неработающая, если те, кто покупает. На лошков рассчитывают, вот ва. Куда они не работающих игр. Ой, мастер, там не только. Я же преисполнен, я рад, что ты не страдаю. Да, сами же шифтяру загнули. Шифтяра, я не помню, просто шифтяру продает. Я не помню, я не с маркета качал шифтяру. Продается, может, они его загнули. И также продвигают, как Real Racing 2. Угу. Ну Shift и так известная игра, чего вы продвигаете-то? Real Racing, да, не особо известный. У тебя нет смысла продвигать, но так известный. Mm. Он джип разбился. Ну отсюда. Конечно, это автосимулятор, если на компе играть. Ага.
Если я буду в нее играть, это будет жестко. Потому что управление не аркадное. Это тебе не аркада, блин, будет. Это жестко будет. Я догадываюсь, что PS Shift. Там даже никак повторить, там похлеще будет, как еще кто-то не врезался. Блин, там даже нельзя будет выезжать за эти, типа штрафовать будут, блин. Да я помню, играл в эту девушку чуть-чуть. Я это там пару раз срезал, дисквалифицировал. Это не просто и халява, тут нету пони, срезания, чёрт возьми. Там штрафуют и все, типа вылетаешь из гонки. И все. И типа все, типа ты вылетел, типа. Начинай заново, если только. Ах. Блин, я не могу доехать до этой те точки, ё-моё. Мне эти придурки мешают. Какие придурки мешают. Это подвижка не слыхать, походу разбил. Розовая супра, да. Чувак, ошибся со цветом. А, нормально, джип, он с автобусом столкнулся. Один такой. Ой, фух, идет. Бен, авария, вылетел куда-то на голову. В смысле, я, блин, не успел. А я меня таранил. Я еще планирую потом PSP-шный Undercover записать. Трафик врезался вместо гонщика, как это самое. Слышишь, я говорю, планирую Undercover PSP-шно записать. После карбона он засетит. Хорошо. Я пока что-то к МПС-ку не особо. PSP-шно. Да мне пойдет. Воу! Нормально. А ты же говорил, что потом хочешь потом он засетит тоже захватить. Я про то сдаю, говорю, вон за сити тоже надо. Взял это сдаю. Догнал надо. Да, вон за сити это прикольная игрушка. Офигительная. Блять, я так просто. Хоп, туп-то последний. Я лох, сейчас буду походить его. Я круг. Вот сейчас третий, последний, метился. Прямо. Пацаны, он за сити даже не нагружает комп. Ляха, ну что я разговариваю все время. Кстати, PSP-шный эмулятор можно полный экран зафигачить. Не, я в окей. Не, я в полном экране. Я могу потом в любое время выйти. Ctrl-Alt-Delete нажать. Я, он на Escape, по-моему, сварит. Сейчас случайно я его сделал на пол. Нажал Escape и все. Я в окне идет. Не знаю, мне по кайфу в полном экране. Как будто в какую-то игру необычную играешь. Хотя ты симулятор. Не, меня раздражает окно немножко. Сейчас точно я открою.
Нормально, бот ты выделывался, короче. Там же я разбился. Так. Походу заворачивать надо там кое-где. Воля. Ну и чё тут? Золото 15 из 15. Ну тут всё, всё. Проверим сейчас. Опять я не в ту сторону поехал, твою налево. Да, давай спорт попробуем прокатить, что-то у нас горящий гонка на время. Можно попробовать. Только 50, них у нас себе. Руку уже есть, я слышу. Блин, опять я не туда еду. Твою трафик мешается. Легко. Надо погнать сейчас. Просто легко. Ну так, что в принципе гонка, все это фигня, тут вот прошли. Тут еще все так. Эти уже мы выбрали. Спортивный класс. Дальше остается суперкары. Ну и, конечно, это да, уже беспредел. Это же как ход персью. Навигация ступеней. Все. Это. О, супер, навигация ступеней. Все. И пока я говорю, что тижу класс пройти, суперкары пройти и вот эту вот навигацию проходить. Вот, половина будет завершена. Вот, ну, на этом все, всем хорошего настроения и всем пока-пока. Я немножко хрен. Мне тут надо посылочку забрать. Раньше этих придурков. Тут еще какие-то гонки с доставкой. Необычные, я бы сказал. Для НПС. Это не как этот чекпоинт, это типа доехать до определенной точки. Это удобно, не было такое. Только тут тебе эти не сетовываются время. Если ты за мента играешь, типа. Не, в Вундеркопе такого не было, там просто доехал до точки и все. 11 этих придурков зафигачить, охренеть. 11 раз. Ладно, чуваки, готовьтесь, я вас буду фигачить 11 раз. Два уже есть. Три есть. Блин, 11 раз надо вас зафигачить.
Да, пацанчики. Осталось 6. Сейчас за этим, за Шевроле поеду. Или на нафиг. Осталось 4. Раз вас зафигачить. Так. Осталось 3. Блин. А времечко-то мало, блин. Остался один. Так. Давай, Audi TT. Или кто там? Не буду закрывать. Хватит, я снимал. Блин, походу не успею. 11 раз надо зафигачить пацанов, прикинь. Ага. Ну это что-то вроде с ментами, там тоже пари. 11 ментов убить. Ага. Что-то связанное с пари. Я тебе бы сказал. Реально связаны с пари, типа забегающий, типа столько ментов, а тут не менты, тут банда. Что-то похожее есть. Осталось 10. Раз их забегающий, да. 9. Будет смешно, если тут босс лох. Пантяка мы уже зафигачили. Так. Блин, я не успею. Времечко-то мало уже. Не успею. Yeah.
кажется, надо тачку поменять. Это у меня не до конца прокачано. Вот это. Так, давай-ка возьмем Мицик. Мицик. И картогонки. Мицик будет побыстрее. Так. Осталось 7. Раз.
Что такое? Спустя столько рестартов я зафигачу 11 раз. Да, нехило. А рестартов было много. Эта трасса напоминает трассу из Most Wanted. О, это и есть Most Wanted, считай. Угу. Мутировавший Most Wanted. Мутировавший Most Wanted. Не, реально, эти дороги я помню. Только в Most Wanted. Так, что-то тут. Так. Этот круг на выбывание. Кстати, я тут баг заметил, тут немножко текстура пропадает кое-где. Баг или так, херня какая-то случается. Короче, я сейчас такую фигню заметил. Еду сейчас на эвике вкачанном на максимум.
последний круг. Денис вылетел. Денис. Ну и имена. Имена выпрыгал бом. А? Русские имена. Ну да. Там реально было написано Денис. Или как там? Кстати, я думал, что стоит, есть один русский, кто его зовут Иван Тарковский. Не, Иван Тарковский. Там кто это его так прозвал, этот? Сиартин или Сонь? Булкин. А. Перепутал. Булкин его так называл. Ужас. Для Булкина это нормально. У него это естественно. Он еще это. Йоси Судзуки называет Йосиф Судзуки. Это Йосиф Судзуки. Булкин что, сталинист что ли? А ты у него сам спроси, что он какую-то херню несет. Я не могу. Тут я еще у него спрашиваю, но само не ответит. Да, он херню. Да он херню несет, как обычно. Блин, Йосиф Судзуки, чё? Совсем дурак, что ли? Или как? Ну, он сталинист, он фанат Сталина Булкина. Как ты в свое время. Да, почему я и сейчас тоже такой. Ну да. Он с этого, с подоконника никуда не убирался, стоит себе. Не, я не говорю, что типа, я говорю, как и ты в свое время тоже. Йосиф Судзуки. Жесть. Это я еще назвал Пузати. Пузати. Бугати. Бугати, Бугати. Бугати, верен супер спорт. Я, например, да не помню, что такое мое выражение. Mazda Coronet RT Turbo. Ну это, конечно, жестко. Это ты какую модель сейчас пред... А, подожди, Mazda Coronet... Чё? А чё такая есть? Нет, я вот... Крестил Мазду и Додж Коронет. Додж Коронет. А вообще сейчас Лансер нифигово так едет. Я бы сказал. После прокачки Лансер нифигово так едет. Кстати, я знаю, что я тут придумал. Что? Pagani S2000 SRT8 LD FXX. А хочешь прикол, это не понравится фанатам S2K. Которым я не являюсь. Но один тип является.
Sony. Я его не смотрю. Я тоже не смотрю, подписываю, но не смотрю. Заглядываю иногда, что у него тут творится. Он снимает, но не смотрю видосы. Начал рекламировать один XBet, еще какую-то херню. Какие за него тратили? Бабло они хотелось. Бля, это все. Потом их пошло, не пустили. Антивирусники рекламировать, блин, один XBet, блин. И прочую дичь. Из него вулкан впервые рекламировал. Вулкан? Да, Sony. Это же лохотрон. Я знаю, жить его потом. А Sony не рекламирует его потом. Да. Евгений Сунтик. Рекламирует Вахатрон. Стопы, я же это я проехал. Ну, должна же быть гонка с боссом, да, вот, вызвать босса. Давай, босс, если ты босс, конечно, не лох какой-то. Мне кажется, он на этом, на Эклипсе едет. Или нет. Эклипс GT, который мы заменили. Правда, в другом это, карбоне. Он засети. В обычные карбонки заменили. Так, Рекса 8. Охреневшая. Так, стоять, Рекса. Никуда не проедешь. А плотная гонка такая с боссом, я бы сказал. Они меня догоняют. Прикинь. У меня сбивка очень немедленный плотный гонки. Он думал, что их можно разбивать спокойно, а в карбоне фигти там разобьешь бота. Если это гонка, где типа разборка с этими бандой, можно разбить. А вот тут гонка только есть. Напоминание о Бернауте. Ну да. А кстати, тут да, реально напоминание о Бернауте, типа. Разбить столько-то машин за указанное время. Чистый Бернаут. Они тут, блин. Чуть-чуть этого напихали. Прикинь? И получилась и игра на PSP. Вот эти вот гонки на разборку с Бернаута что-то попахивает, да? Да, есть такое видео. Типа разбейте столько тачек соперников. И за отведенное время надо еще. А время, ух, как мало бывает, дают. Чувак, на Эклипсе ты не охренел? Бодди. И как там тебе? Пошел нахрен. Ботяра. Да, ботяры тут жесткие. Ничего не скажу. Оригинальный карбон попахивает в стороне.
что я уже могу его пройти, как нефиг делать. А, это вид менять? Последний круг. Остался Лансер и Эклипс. Битва японцев, короче, пошла. Битва япошек, ё-моё. Кто победит? Конечно, Лансер. Точнее. Да, что-то Эклипс в сторонке остался. А тут есть, кстати, Эклипс 1998 года или какого там? Есть тут Эклипс 1998 года? Я не знаю. Я бы был бы рад видеть его здесь. Но его, походу, здесь не будет. Здесь только Эклипс GT есть. Эклипс GT имеется. А остальных тачек тут нет. Ну, Краузлер здесь существует, но я его брать не буду, он слишком тяжелый и медленный. Краузлер же тяжелый и медленный, да? Я говорю, Краузлер. Ну да. Я еще не знаю, как он здесь. Какой? Неуправляемый. Ага. Word on the street is, you got buddy real spook. Sounds like more of his crew are gonna bail on him. You need to hurry up and get to him before he cuts and runs. Ладно, читайте сами. Я читать не буду. Там чувак нам что-то сказал из нашей команды. Картер его так вот звать, или как там? Ну да, Картер mm-hmm. точно. Ну, там прибыл нету этих стандартных, тех самых. Да и здесь чувачки другие. Можно меня потихоньку, блин. Это чё было сейчас? Чё? Чё ты там сказал? Говорю, комары меня кусают. Комары? Да. Ага. Комары тебя кусают. У меня свет выключенный, комары не пойдут. Я тоже. У меня на свет ноутбук или как. Если они летят, я их моментально рукой. И все. А если их не видят, они там подлетают. Не, если они к экрану подлетят. Не надо, пожалей, мол, тебе надо по экрану шлепать. Да нет. Я ж потом отмою. Тряпкой просто протеру. Тряпкой просто протиру и все. Не, может продать. Будет чёрный пикмон на экране. ЖК экран, это опасно. Кто будет все в кайфе звать? Я свой не трогаю, нафиг. Ну, терпите, я буду сейчас жрать, как не знаю кто. Я не знаю, на пойду, что погуляюсь, что будет делать. Поставлю.
выходной? Да, выходной. Просто прогуляться. Скайп оставить, да? Ладно. Ты там прогуляешься, тебе там комары за... Me and my boy Pip know you have to get Buddy. Don't know what it is, but he's somehow tied into that bad crash that took out your bro Mick. Whatever you have in store for Buddy, me and Pip don't want to be on the receiving end. We're here to offer our services. Я бы тебе не советовал там прогуляться, там комарьё. Там всё чисто. А? Я бы так чисто по мелочи сбегать туда. Смотри, чтоб комарьё тебя там не застало. Там что, после бури, там ветки. О, видеоролик. I swear I was a Apache. Hey, easy on me. I'm a victim too. I mean, sure, yes, okay, I may have caused the crash, but it wasn't my idea. I needed some money bad, and some dude offered me a pile of cash. Okay, I mean, somebody set me up. Who set you up? I don't know. I got a text message and a case of cash. Okay, I mean, I swear I had nothing against your brother. Look, if you don't believe me, here, take my phone. I got everything on it. I mean, how can I send messages to myself? Then we're even, right? You can find out who wanted your brother dead, and I helped you. Да, зато музло из Most Wanted. Дальше, полная солянка. Отовсюду. Не упомянуть, так сказать. Музло из Most Wanted зато захреначили. Журнал, Most Wanted, Карбон, еще что-то ли. Сборная солянка, блин. Все, чувачки, готово. Мои тачки, что там? О, побит босс. Камеристический город, прикинь. Темно-зеленые какие-то. Мы же ярко-зеленые, тут какие-то темно-зеленые чувачки. Не знаю. Какая-то команда тоже. Кстати, насчет команды, я, по-моему, там чувачка, ну, нанял. Кстати, слотов больше. А хотя нет, слота 2. Вот в оригинальном там был слот 1. Ты что, там только один чувак с тобой ездит. Да. Это даже лучше будет. Как по мне. А ты как думаешь? Я думаю, что ты... Это даже лучше будет, да? Тут сразу два помощника тебе помогать будут. Ну да. Ну, Боник, пока что там команда типа ты и один чувак, а будет там, например, команда из 5 чуваков. Это нечестно, скажу прямо. А, чтобы были эти как помощники, что ли? Да, чтобы было на равных, чтобы играть, то двое против там троих, например. Еще троих по другой команде. А слышно? Нечестно. Ну понятно. В ПК-шном карбоне там всего лишь один помощник. Ну да. А здесь два помощника. Это жестко. Два помощника. Сразу два. Турбонадув поставим на нашу ТТ-ху. И азотов захреначим.
Вот теперь ТТХ будет лететь. Ай, ТТХ будет вообще летать. Визуальные запчасти. О, тут, кстати, обвеса имеется. Немножко... А вес Макс, он немножко этот, как его, колхозный. А вес гонка мне еще нравится. Ну тут перевод такой. Спойлеры. Спойлер дрэк. Прикинь, спойлер придурок. Называется. Ой. Охренительный перевод. Это есть. Спойлер Мако. Ставить? Угу. А чё, он нормальный? Ну, не знаю, я дымку не вижу. Там ставь, какой тебя интересует. Ну-ка, дай-ка я позырю теперь, как оно выглядит. Так. Спойлер Мака. Приблизим, давай-ка покрутим нашу тачку. Вполне неплохо. Неплохо спойлер этот ей идет. Главное не заколхозить, как некоторые. Что я не колхозом не хочу заниматься. В плане тюнинга. Не, я ББС оставлю. Не по теме будет. Хотя можно поставить что-нибудь другое. Вот эти от балды поставлю. Все равно тут эти немножко несколько детализированные колеса. Точнее, эти эти колесные, как там. Диски, короче, низко детализированы. А ты хочешь прикол там этот Б или как там у тебя? Не помню, короче. Как текстура называлась, низкой детализации. А тут используется, прикинь. Ну да. Догадываюсь. Ну, типа, низкая детализация диска. Ты уже с этим знаком. Да, детализация в NFS Most Wanted там жесткая, если ты низкую детализацию смотришь. Квадратное колесо получается. Да. И с этим ничего не поделаешь. Квадратное колесо. И как так, и как по-твоему тачка будет ехать? Никак. Покрасить обода.
по классике жанра, что ли, покрасить в желтый. Желтый с зеленым же сочетаются. Да. Я, наверное, покрашу. По классике жанра, как бы оно не было, я покрасил в то, что мне нравится. Тонировку поставить. Золотая тонировка. В тему будет с зеленым цветом. Как ты думаешь? Плюсы зеленый. Но она зеленая. Это зеленая. Есть тут зеленый. Ну есть. Все тогда машина готова. Давайте гонку проедем на доставку, как раз кто быстрее доставит. The boss said he doesn't want to talk. He asked that we make your visit to court turf a lesson in court discipline. В смысле, босс сказал, что не хочет говорить, он посоветовал нам зайти в районы корпус и на урок по дисциплине. Чего? Чувак, да ты обкуренный. Чё ты несёшь? В дисциплине корпуса, чё? Я только... Чё-то ничего не понял. Прикинь, тут этот, как у Субари существует. Субаристан есть. Можно купить, попробовать Субаристана. Не стоит, лучше отдельно купить. Прохождение гоню, не стоит, попробуй. А что такое? А следующий уровень придется тачку еще покупать, потому что там есть корвет или что-то еще. Подумай лишний раз. Последний уже. Субаристана, ну не знаю. А тут лучше. Насчет корвета, ну хз. Там еще вот сказал, много районов, так что деньги держи, как говорится. Ладно, ладно, просто держу. Кстати, ТТ-ха летит. Ладно. Пока что причин не будет. Там это карьер, кошаки, ну да. Карьер, карьеты, байки, не хочешь больше. Ну сейчас пока ТТ-хи, Субари. Сейчас пока нормально все идет. Субари. Ну сейчас они не третьего уровня, они, по-моему, второго. Мне еще или не открылись уже тачки, но третьего уровня еще не открылись, они еще вот закрыты. Дальше спорт. Не знаю, какую тачку я третьего уровня брать буду. Там уж похмотрим, что делать. Сколько денег у меня будет? Ну я деньги пока коплю на тачку третьего класса. А прикинь, если будет такой прикол, что можно пройти на тачке второго класса. Не знаю, лучше пока не пустить. Барри это немножко лишь потом по факту просто. А тут же можно, типа, гонки перепроходить. А это сколько же дают, как и в первый раз? Или же нет? Наверное, меньше будут давать. Или больше. Если меньше, то не знаю. Как ты думаешь, чем тачку пойти? Или уже
Извини, косячок с гольфом не пришел. С чем? С гольфом. Там гольф, по-моему, или ТТ-шку. Почему? Я ТТ-ху купил, она летает. Не, не, не. То гольфа ты, да, на гольфе тут попал. Да и чё, я просто так покататься, я тут не катался на гольфе. Значит, просто покататься, на гольфе тут ни разу не ездил. Испытать. А так, я ТТ-хой. Всех тут рву. Тут, кстати, Рекса 7-я уже есть против меня. Но я брать ее не буду. Деньги поберегу. Для прокачки и еще какой-нибудь хери. Прокачка тут безусловно нужна. Машина. Sony не знает, что Underground 2 можно пройти на одной тачке. И не обязательно менять тачки. Ай. Просто он не понял фишку, что там на одной тачке можно победить. Всю карьеру на одной тачке. И не надо ее менять там. Но можно там поменять разнообразие. Как я тогда, помнишь? Skyline прикупил. Слушай, я там одну тачку прокачал до 3 звезд или до каких там. Что там сделал? И все. Потом Skyline взял две финальные гонки. Это я так, для финальной. Хотя по идее можно на одной тачке победить всех. Когда попрыгал, взял это на бесплатном, все, потому что под конец, когда еще стоит он будет немножко ужасный, я той пальцы купить. Хочешь прикол, тут против меня Skyline. Я его не заметил. Он незаметная тачка. Походу Skyline просто. Я не знаю какой он, блин. Спекеди как там его. Не знаю. Что Skylineов много. И запутаться надо. А? Как в ПК-шной версии? Да, как в ПК-шной версии. Знаешь, 34-го. Но по весу хер поймешь. Или он с андеграунда взятый, или еще откуда-то. Мне кажется, с андеграунда взятый. Что-то мне показалось, что он с андеграунда взятый. Skyline. Или нет, или что-то путаем. Ну, я отменил этот видос, но там тут немедленно был. Не хочу брать. Меня Skyline врезался. Впендюрился конкретно. Ну,
Не знаю, как сказать. Да это уже какой-то бернаут, ё-моё, впендюрился. Не бернаут, там подожди, там все трое будут тебя приставать. Все три бота. Тебя убивать, приставать, пытаться тоже ставить за это сам. Графика, ничего куда-нибудь. Кстати, тут такая точка, это, гонка есть тоже, удрать. Тебя эти зафигачивают. Банда. А там все время и в обычных гонках, и везде. А тут отдельная гонка. Ну, типа, угнать от вот этих придурков. Ну, как продать. Ну. Короче, понамешали, блин, всякой из всяких игр, короче, получилась игра. Вот, кстати, эта гонка ударить соперников. Бернаут, ё-моё. А, нет, ты должен добраться за это... за отведенное время. И тебя еще тут, блин, эти придурки преследуют, типа. Было в такое в Бернауте или нет? В Дайзи есть, я видел по роликам о Толпун Геймс. В Легенде я так помню, хожу. Типа... там же ты все преследуют, типа погоня там. Свалить от этих придурков надо, типа, за отведенное время. Гонки в стиле Pimp Sleep. Не подъезжаешь. Вот там вот тачку. Да, тут ботов тачки осязаемые. В этих гонках. В обычных гонках они неосязаемые. Я имею в виду, как там их типа можно сбить. Еще против меня еще Лотос. А, нет, это Рекса. А где ты? В журналке говоришь? Нет, это тут. Прикинь, вот это. Лотос и Лис есть. Против меня. Я и не заметил. Вот остались. Темно-зеленого цвета. Я подумал о Терексе. Часик бы, чуть-чуть, я бы доехал. Боты конкретно мешают. Еще пытается меня в коробочку зафигачить, как менты. Пош прикол, в Most Wanted 5.1.0 что-то менты неосязаемые. Это нечестно.
Это читерство. Не, я тебе реально говорю, я тогда решил поиграть. И менты там были, я их не мог уничтожить никак. И как спрашивается тогда игру проходить? Если ты мента не можешь уделать. Никак ты игру не пройдешь. Максимум только свалить можно. И то не факт, все равно поймают. Ну неосязаемое заграждение это жестко. Ты не можешь их разбить. Прикинь? Неосязаемое заграждение. Ты не можешь разбить это заграждение. Это читерское. Это уже считается читерская херня. И нечестно. Как-то. Ну, читерских ментов, что нет у меня. Ладно, я могу, потому что шутить, что я хотел, чтобы ментов стал загрузить. 8, кто-то подумал, что нет. Я, наверное, сейчас вам засите запишу и буду, наверное, видосы штамповать. И потом заливать. Сейчас отштампую видосы, потом заливать буду. Понятие штамповать, это я точнее говорить говорю, что их буду рендерить. Наверное, я это. Пойдешь? Угу. Завтра во сколько появишься примерно? Да без разницы, я же завтра никуда не пойду. Я спать буду. Проснусь, угу. Не знаю во сколько. Я сегодня проснулся в 12 часов в обед. Угу. Я был сегодня в 6:30, я сказал, проснулся. 6 часов, да? Угу. А я в обед. Ну тебе везет поспать-то. Ну а чё, конечно, после работы, блин. Рутина. Подметать, блин. Это рутина. Еще какая. Ты уже ушел или чё? Да не, я здесь. Я, блин, показалось, ты уже ушел. Да, если бы я ушел, я бы сбросил, скорее всего. Мне показалось, ты уже ушел, что-то молчит, блин, что-то. Да, я так уже на диване сижу. Могу. Чего это? Футляр на телефон играю. Чего делаешь? Да, футляр телефона. Теребил туда-сюда. Меня эти боты задолбали. Пихают, пихают. Как менты. Только тут ментов нет. Это плохо. Хотя, по идее, в ПК-шном карбоне они существуют.
разработчики не поняли, что в ПКшном они есть, а здесь их ни хрена. Значит, они не играли в ПКшный карбон. Угу. Ну что, я завтра вам этот ТДУ скачаю между делом. А это что такое? А, это тест-драйв. Ага, PlayStation. Там еще куча скачаю, какие возможно. Хорошо. Че, ладно, пойдешь? Ладно, на завтра тогда. Ага, пока. А кстати, уже завтра у меня. У меня еще нет, там такой 10-й час. А у меня уже завтра настигло. Привет из будущего. А ты привет из прошлого, да? Ладно, давай, пока. Удачи. Либо тачку менять, либо лицо. На ТТХе что-то я не могу пройти гонку. Сложности какие-то возникают.
успеваю. Тачку надо поменять. Успеешь ни хера. Thank you.
отсюда доехать за отведенное время-то? Не подскажете? Thank you.
Это же жестко. Я тут не могу пройти. Блин. Thank you.
можешь назад поехать. Как ты не Чуть-чуть.
Так. Сейчас попробуем пройти эту гонку. Сейчас давай гонку по кругу и закончим.
последний круг. Сколько у нас там денег? 7-я, Skyline, Subaru. Gallardo. Мусилаго. Как жить его? Ладно. Фух, наверное, на этом закончим. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.